Друзья, привет! Ну что, у Харьковской зерновой сегодня гости. Алкофан 1984 Дмитрий. Всех приветствую, подписчики. Да. И Роман. Его друг, партнер. Партнер. Да. И тоже винокур. Тоже винокур. Сегодня у нас будет коллаборация, коллаборационная дегустация. Да. У них пиво, у нас закуска. Да, Дима тут наготовил закусок такая, мы уже сидим, слюни текут, не знаю, с чего начинать. Может, сначала пожевать, а потом запить, или сначала выпить, а потом... Сначала выпить. Да. Значит, с Харьковской зерновой будет... Люблю эти бутылочки. Да. Кровь ведьмы. Пиво на черничном соке. Потом гарбузятка. Home Edition. Домашняя варка. Милкшейк. Токсик и пан. Горькую штуку любите? Да, очень. Как любой пивовар, сначала он хочет такого легенького, потом сладенького. Да. А в конце токсик. Все равно приходит к горькому. Жидкий хлеб. 35% ржаного солода. Пиво черное, как квас. Необычное, но очень интересное. Скажи сразу на камеру, голос другой, да? Давайте лучше расслабимся. Ну что, с чего начинаем? Ну, по порядку. Гостю все карты в руки. С чего начнем? С того начнем. Забыл, как он стрёмно. Чтобы не залило, да. Все нормально. Все нормально. Это Witch Blood. Расскажи. Ух, какой цвет. Да, это пиво 50/50. То есть 50% черничного сока и 50% сусла. Наливаю по букву Z. Ух ты. Да. Оно даже пиво не напоминает. Конечно, рецепт твой. Да. Сам рецепт. Это всегда самый лучший вариант, когда рецепт свой, а всегда лучше, когда он удался, а еще лучше на этом заработать. Без этого никак. Нету смысла дальше вообще развиваться, если у тебя не будет денег на дальнейшие эксперименты. Пена просто класс. Специально для себя такой большой пены, ну, плотная. Мелкие пузырьки. Вообще не похоже на пиво, да? Ну, если убрать цвет, то похоже. Больше вино. Ягоды. Класс. Ягоды и легкий такой на фоне хмелек. Дает именно не хмель, а солод. Да, чуть-чуть пивной основы, но в основном идет такая вот ягодно-фруктовая. Да, класс. Я делал похожее вишневое, есть тоже вот именно таких вот сортов пива, вот именно первым делом ягода, и самое классное, такая подстилочка хлебушка. Mm-hmm. Ну. Ну как? Сок. Черничный сок. Вообще не скажешь. Вот сразу скучу с домашним вот именно пивом. Сразу понятно, не то, что да. псевдокрафт, который в магазинах есть. Там вообще непонятно, что. А крепость какая? Ну, смотри, сколько там объема. Крепость. Видишь, она же почти ноль выпадена, да, уже? Ну, да. Ноль. Ему уже месяца 4. Ну вот смотри, 13 было крепко изначально, примерно да. Здесь, ну, 6, 5,5, да? Пятерочка с копейками, ну, да. Да. Дели на 2, немножко убавляет, называется. Видишь, 15, 7,5, значит, это 6. Да, 7. Да. Пиво в коробе стояло сколько максимум по времени у тебя, так чтобы его не выпить? А у меня до сих пор стоит мой имперский стаут, ему уже месяцев 18. Полтора года. Да. Тоже было на такое дело. И главное, что еще же оно работает. Так оно лучше становится. Конечно. Я лучше. Друзей раньше угощал, говорю, вот этому пиву год.
Да что ты мне тут навешиваешь? Многие вообще не понимают, как так можно. Пропадает мусор. Это же как живое вино, блин, что с ним делаешь? Так вот, я же и ассоциации провожу, то есть людям говорю, ну почему вы считаете, что вино может несколько лет стоять из года в год лучше становиться, а пиво не может? Ну пиво такой же продукт брожения, как и вино. То же самое. Да. Так же бродит на таких же дрожжах. Ну просто там тут же идет пастеризация пива, если чтобы оно не испортилось, а вино оксид серы кидается всего лишь. Ну, брожение, да. Ну, это сейчас современно. Да. Но вообще, если чистота производства скисает из-за чего? Из-за того, что там бактерии. Бактерии, да, конечно. Если нету бактерий, то есть продезинфицировано все, там только дрожжи не пропадают. Пытался делать бельгийское пиво, которое бродит в этих дрожжах. Mm-hmm. Специально даже ставил возле кровей, там типа гной. Думаю, там у меня какие-то особые дрожжи, блин. Поскисало все-таки дрянь и фенит. Да. Ну там же есть такое бельгийское пиво, которое делается именно с диких дрожжей. Есть, да, вот эти ламбики. Да, там типа все дела. Вообще они же выставляют сусло на улицу, оно там что-то хватает. Ну это лотерея. Попадет дрожжи, хорошо, попадет бактерии. Так, ну да. Оно такое кисленькое, что сразу аппетит просыпается. Ломаю. Трупик. Ломаю полностью, да. Сейчас ломаю. Трупик перепелки. Дим, ты хоть расскажи, что как. Ну, как это в нашем городе выращивают. Есть фермеры, перепелки выращивают. Угу. Эта перепелка, кстати, сделана такая под пиво, сильно закапчена. Ну, сделана она, кстати, по ГОСТу, как делается курица копченая. Да. Класс. Вообще идеальненько. Вот баланс соли, копчения. Mm-hmm. Все очень, ну, очень идеально. Я уже так обился, что я сразу к крыме приступил. Не понятно. Не. Я пока попробую. Очень классно. Это, если были мы где-то там более западнее, был бы бекон. А у нас подчеребок внушение называется. Блин, смотрится все, конечно. Мы пока готовились тут, нарезали. У меня слюни ручьем режу и плачу. Ты пробуй грудку. Она такая именно. Сейчас. Там может попасться очень перченая одна. Ну или две. У меня идеально. Пока не перченая, не пересоленая. Вот рыба больше подойдет, чем этому более светлому, чтобы пить и пить, пить и пить. Операторская группа хлебушка. Операторы там мокрые стоят. Так бери его сам, а еще помощи. Ну, маленький. Спасибо. Пшеничные. Очень не любят. Пиво пшеничное. Так у меня большинство сортов пшеничные, да. Прогавы. Большинство сортов пшеничное. Я когда раньше у меня всегда было так. Март, потеплело, пора варить пшеничку. Чтобы на майские праздники. Пшеничка, да. Да, чтобы было потом на природу выехать, взять литров 20-30 и ничего не. А, отлично, пьется очень легко. Это хорошо сделано. Легкое, ароматное. Бананчик. Да, да. Ну, у меня больше такой, не в немецком, а в бельгийском стиле, больше с цитрусовой ароматикой. Не понял. Хмелем дашь, выранишь ли дрожжами? Хмель, мелон использую. Угу. Дынный такой, дынно-банановая ароматика. Вот идеально для пшенички подходит мелон. И немножечко добавляю там цедру апельсина. И получается такая вот бананово-апельсиновая ароматика, очень Блин, такая интересная. Если найдешь цедру померанца, советую. Где же ее найти? Мне присылали как-то, или вот такой маленький кусочек, я ее положил на окне, думаю, ну что оно пахнет, блин, пахнет. Ну такая вонющая, ну... Класс. Да. Я добавлял его в бренде из ананаса. Ага. Ну такой. Ну вот сейчас, в конце попробуем милкшейк Токсик.
Так, а? Это операторам оставляем. Мы ж не звери, да, блин? Ну что, следующий сорт. Мотор камера, да? Толик снял? Нет, только еще. Гарбузятка, классное название. Гарбузятка, да. Плотность 16. Да. Начальная плотность, конечно, 5, 4, так, да? Да. Блин, Pumpkin-эль. Всегда хотел попробовать, никогда не пробовал. Pumpkin-эль не пробовал? Никогда. Но... Всегда думал сделать, дома огород был, куча тыквы, но не доходили руки никогда. Ну вот сейчас попробуешь, скажешь. А ты пока расскажи, как оно делается. Как оно делается. О, янтарь. Да. Где-то 40% от засыпи холодовой идет тыква. И тыква печеная, в печке запеченная с карамельным сиропом, с кленовым. Офигеть. С Америки заказывали кленовый сироп и запекали, именно заказывали такую печку. Мало долила. Печку такую заказывали, разрезали тыкву, заливали кленовым сиропом и запекали до корочки, чтобы она карамелизовалась. И потом это добавляли сам затор. Какие дрожжи? Сахар разные? Дрожжи... И сахар, и фруктовый, и фасоль. Дрожжи с мангрув М36. Но я смотрю, что есть несбожная сахара дофига. Да. Ну, много, то есть что-то... Да, тут специально нужна сладость. Это такой плотненький, наверное, десертная, да? Десертная, да. Плотная, сливочная текстура должна быть. По этикетке, да? Пена такая вот мелкая, это мелкая вид. Кремовая. И еще 7 специй. Какие? Кориандр, не кориандр, подожди. Сейчас, ну. Гвоздика. Душистый перец. Душистый перец. Ванилин в конце. Перец хорошо чувствуется. Душистый, да, хорошо, да, сразу, да, видно. Да. Вот тут именно его цитрусовая нотка перца. Корица. Имбирь, корица. Короче, уже сейчас не помню. Вот это. Ух ты, это что? Это ванильные палочки. Я понял. Да. Дорогущая капец. Я знаю. Да. Ну пахнут как. Даже через пакет пахнут. Ну это ж не та синтетика, ваниль, которую продают. Конечно. Вообще. Вот если добавлять ванилин синтетический, запах. Такое отвратительное. Еще она дорогая, потому что она штука растет на каких-то деревьях, какая-то орхидея, которая, блин, да, при определенных условиях в одном здесь месте. Здесь она не собирает ее девственницы, да, на заре солнца, блин. Поэтому финальным таким вот моментом было еще ванилином. У меня были такие две палочки, я помню, блин, так. Жена пекла пирог, блин, говорит, что ты перепатал ванилином, наверное. Ну, потому что это не тот ванилин, который ты привык. Да. Ну, давай. Ну, уже можно щекаться. Ну, да. А, класс. Такое пивко, чтобы было 0,3, под вечер, немножко, потихонечку, не спеша. Это десертное. Десертное плотное пивко такое, сладковатое, очень ароматное. Ну, вот как. Мне очень понравилось, класс. Необычная, да, вообще? Легкая горечь такая. Чуть-чуть даже чувствуется, да, вкус тыквы. Какая тыква? Арбузы бывают из них. Ну, основная, но это есть такая длинная арабатская вот эта вот. Груша длинная или... Да, длинная. Это которая долго хранится и плотная, да, сахарина, как не. Да, у нее сахаристость больше всего. Круглый я есть, знаю. Там сахаристость, вот я замерял, где-то 5%. Если такой тыквы делать цукаты. Да. Ну, такое. А из длинная там до 11% бывает сахаров. Она такая. Кстати. Очень вкусно. Все, что больше 10 сахаров, очень интересно для самогона. Но тыква очень интересна. Поэтому. То это пиво можно даже без ничего пить. Да, оно такое, какое-то самодостаточное. Нюхаешь, пьешь, смакуешь. Класс. Вот так, да. Я именно шоколадный стал, вот имперский стал, что я делал раньше. Вот 0,33 что-то я сливал. Угу. Чтобы именно под бокал. Раз налил, да, раз, да, выпил. Чтобы оно не выдыхалось. Ну,
Ну вот загадывая желание. Попробовал первый раз горбузовое пиво. Чтобы мне пиво больше не кисло. Очень хорошее желание. Да. Присоединяюсь. Кстати, расскажи, были такие приколы у вас по поводу скисания? Нет. Слава Богу. Ни разу. Да. Я немножко запаянный на дезинфекции. Я все правильно промываю до, после, вместо и еще раз. Да. А чем промываешь? Надуксусная кислота и перекись водорода. У меня есть перекись водорода 36. Ты, наверное, кого-то смотрел в YouTube, что-то такое знакомое. Инквизиторы. По поводу перекись водорода, тоже помню. Бо я по старинке раньше, ну йод, да йод. Да, я когда смотрел, тоже йод, и я первые свои... Сначала нормально, а потом уже ненормально оно, да. Да, оно как бы... Если там уже нет ничего, то йод как бы... Ну да. Ничего. Да. Но если завелось, йод не помогает. Нет, потом мне прислали такую штуку, что... Ну, какой-то, как будто бы концентрированная лимонная кислота, но прикол в том, что она высыхает, и нужно ее промывать даже. Это нук, надуксусная кислота. Она... Я раз попробовал, думал, все рецепторы пойдут туда же. Воняет уксусом, да, но она такая, там концентрация намного меньше надо, чем у перекиси водорода, и выдерживать для, ну, вот эта экспозиция, когда заливаешь, угу. По времени надо намного меньше. То есть она, если перекись водорода надо 6% и выдерживать там 15 минут, то надуксусная надо 0,3% разбавлять и выдерживать там 5 минут, она в принципе все убивает. Такая хорошая штука, во всяком случае никогда не подводила. Вот выпил бы ты сейчас, Рома, литр простого пива. Вообще, да, а тут сразу вот даже эффект. Да. Крутяк. Я ж пиво перестал пить. Вчера? Лет 10 назад. Нет, вообще. Вообще перестал пить пиво, потому что в магазине, ну, такое дерьмо ж продавалось, что у меня выскакивало там давление, просто зашкаливало там. В туалет бегал, что... Ну, я понял, да. Все, постарел так, что пиво не воспринимали. А потом же вот попробовал домашнее пиво, никаких эффектов. И все, и мир перевернулся, да, и тут да. Ты понял, что можно творить, делать то, все. Я то, что снимал, то примерно процентов 30-40, что я варил. Угу. Потому что, когда ты снимаешь и варишь, то это очень долго, очень заморочно. А когда хочется пива, ты поставил вариться, ага, так больше варится. Да. Там поставил вариться, ага, есть пока варится, пошел на годе, что-то поделал. То есть, ну, вот так вот, совмещал иногда. И вот много чего не попало именно даже... Родственная душа, человек понимает, что такое варить пиво и еще снимать с разных ракурсов, с этой камерой возиться. А когда еще чиллер-то потопный, блин, там вода течет, там протекает, там, блин, не дожал шланга, блин, тут уже по косточке воды, блин. Капец. Я когда... Пиво варю без съемок, у меня это просто отдых. Отдых. Просто отдых. Вот так вот работается. Вот я сделал такое правило. Три варки для себя, варка для подписчиков. Ну да, как-то разделять надо, а то... Хорошо. Так, сальца попробуем. Эх! Ну, надо было его так понемножку, было такое, знаешь, сильно закопченное. Оно коптилось почти сутки. Да. Ого. Ну, это холодное копчение такое, чтоб, знаешь, до пасхи долежало. Не, чувствуется, что оно же при горячем копчении, оно как разваренное получается. Не, это холодное. Не, это полугорячее, это холодное и это холодное. Почему холодное? Потому что и себе накоптил, и тебе на гости пришел, и кроме, чтобы было, ну, чтобы оно, ну, ну да. Срок, период, скажем так, был более, мнение больше. Ну, очень вкусно она получается, да? Отлично. Ну, пьё прямо классно, что напиваю я сапи. Сегодня просто праздник какой-то. Да. Идеальные закуски, хорошая неделя с пива. Пиво замечательное. Да. Так что, считаю, коллаборация удалась. Ну, далее буду. Ну что, вообще, крафт из крафта? Так, молочный токсик, да. NEIPA.
Milkshake, Toxic, Neipa. Neipa, блин. Да. Я такого даже не знаю. New England, India Pale Ale. Это такой очень... Да я вижу 7%, я понял. Да, и крепкий, и оно ароматное. То есть там очень много хмеля, там... Ты говоришь нормально, да? Там цедры очень много, грейпфрутовой. Там ананасов очень много. Ананас какой? Сукатый или что? Резанный. Свежий? Куски, да. Класс. Да, свежий ананас и много гибридного хмеля. Цитра, Эльдорадо, Мозаик. О, Эльдорадо я люблю. Было дело. Да. Вообще, какие больше хмеля уважаешь? Чешские, германские или американские больше? Тут вопрос, конечно, такой интересный. Это как... Что больше уважаешь, там перепелку или сало? Ну, я блин, как-то... и то, и то ж вкусное. Я как-то залип одно время на американские. Американские идеальные, конечно, для вот этих вот новых сортов. Но они умеют гибридами работать. Как-то, как да, там них... да. Там ароматика просто убийственная. Вот из-за этого. Да, они дают, конечно. Но там альфа очень высокая. Куда ж пошел у нас крафт мода? Спасибо, да. Америке. Да, ну вот стараюсь. Тут в основном все на сухое хмеление пошло. То есть я понял. Горечь минимизирована. А, ИПА. Да. Да, да, все понятно. Да. Пахнет, конечно. Сейчас будет просто... горько, да? Ну, не так горько, как оригинальная ИПА, а она, то есть, на сухое хмеление намного мягче горечь. Я понял, на сухом, конечно. Да. А, люблю. Я его варил не раз, я помню. Ты варил классику? Никто его не пил, друзей. Никто да, не понимал. Да. И мне это нравилось. Ты же опять его еще наварил. Да. Все, мне останется. Да, умеренно, в общем. Умеренно. Практически, практически по оригинальному IPA ее тут вообще нету. Да. Даже ниже среднего, скажу. Да. Такое получилось ароматное питьевое. Даже когда варил ИПА, знаешь, у него раз варил, и даже не смотрел, какой хмель. Смотрел, потому что на альфу. Ага. Горчей, давай еще. Так, ну вот, да. Был такой прикол, как, скажем так, есть такой цикл пивовара, что иногда хочется, ну, очень горького, чтобы прям лоточек сделать. И такой аж... Как люди, которые едят много перца, любители такие, чтобы то же самое из погорища. Ну да, есть. Ну тут такое отдушка сладкой, оно ботички, фруктовой. Именно этот стиль New England называют hazy или juicy. Сок, и, точно. Сок, он должен напоминать сок, он должен быть мутный, как сок. Он должен напоминать по вкусу сок, и ароматика сока должна быть. Есть. Отдушка сока. Никогда бы не сказал, что здесь 7 градусов. Вообще не чувствуется. Легкая. Сейчас, Ромчик, через полчаса. Сейчас. Вот это коварство, да. Да, да. Так это ж и вообще в любое пиво, ну, кроме там совсем уже мощных таких, не должно пахнуть спиртом. Не должно там запахнуть. Ну да, есть же сорта, которые не сбраживаются, они хорошо скрывают это дело. Да. Ароматика. Я люблю крепкие, вот я зимой очень крепкие сорта люблю. Нет, ну... Темные крепкие, у мощных плотные. Бельгийцев, да, там ароматика все-таки проскальзывает. Но когда там, например, там пахнет спиртом, вот покупает там Жигулевское, оно просто спиртом, ну, там, блин, это вообще ненормально. Ну там мальтозы добавили, какой-то еще, блин, так оно сбрасывается. Какие-то сахаров, блин, вот он-то делаешь, он лагерь, он должен бродить при низких температурах, да. И бродить долго. А если он бродится при высокой температуре, блин, там высшие спирты синтезируются, его просто прогнали через фильтр, оно осветлилось. Но вся дрянь там осталась, вот эта вот сивуха, конечно, оно воняет спиртом. Ну, никто же не отменял, очень кукурузный серообразный. Ну да, да, по-быстрому там нагнали, продали. Бери сама. Да, кстати, сом. Что за... Ты говорил, какой-то интересный. Тоже в моем городе мой троюродный брат занимается выращиванием африканских клариевых сомов. Как у тебя все чисто. Африканский клариевый сом. Клариевый. Да, болотный еще говорят на него. Вау.
он быстро растет. Там тоже все чисто. Тоже педантичные люди. Лаборатория, микроскоп. Ну, смотрят это радует. Смотрят на и кортки, на мальков. Ну, люди занимаются, короче. И я в него покупаю этих самов. Блин, это чертовски вкусно. Это чертовски вкусно. Не знаю, правда или неправда, но брат говорил, что это единственная рыба в Германии, которая из речковых одобрена для детского питания. Но они просто капят его сами промышленно, а я копчу его сам для себя. Ну, соответственно, сам понимаешь. Проверки, пищевая промышленность, все дела, блин. То есть проверяют. Вот что мне нравится во всех этих, что оно не пересолено. Я сколько покупал копчения разные, блин, херячат соли столько, что его невозможно есть. Просто больно есть. Да, больно есть. Действительно. Не ел турецкую селедку. А это прям отлично, вот как вот идеальное соотношение. Ну, делать специально под пиво, чтобы было немножко соли. Оно практически не соль. Вот именно в меру. Скажи, рыба клафансом. И мяса до пива, и костей мало. Клаф. Просто кусаешь, там мясо. Костей практически нету. Да, сам идеальненький. 2 дня досолки. Конечно, там нитритная соль, чтобы все было чики-пики. Ну, чтобы бактерий точно конечно, не было. Конечно, конечно. Потом почти сутки вялки при температуре до 20. Угу. Копчение 8 часов, перерыв часов 6, еще 8 часов копчения, и сутки он отдохнул. Отлично. Не, результат классный. Мне очень понравилось. Пиво тоже. Блин, я так спешу домашним пивом, блин. Все-таки вот, думаешь, ты меня вдохновил на варку пива снова. Надо делать, надо. Давно у тебя, наверное, на канале не было пивной тематики. Начну, как говорится, зов. Купил украинский экстракт содовый. Посмотрим, что наши ребята делают. Хочешь экстракты попробовать? Да, украинский экстракт просто. Есть там хмельный, есть не хмельный. Я взял просто ячменный. Чистый ячменный, без ничего. 57% сахаров. Ну, мальтозный такой там получается. Ну да, такая солод. Смола такая. Угу. 50% сахаров. Если не получится пиво, всегда получится виски. Ну да. Вот каждый, блин, крафт, его нужно распробовать. 1, 2, 3 только потом будешь вкус. И так. Мама, закрывай погреб, да? Ну да. Это ж у судей первое впечатление, как бы, они не ставят оценки. Второе, третье, потом, когда раскрывается весь букет, там на третий, четвертый глоток уже начинают, да, определять всю степень, и тогда вот начинают выставлять оценочки. Сейчас вот Роганский пивзавод, как только он начинал, там еще... И мне нравилось с Роганием, да там... поначалу мне нравился... Монастырское было, сейчас там, веселый монах. Веселый монах мне нравился, я недавно его купил, блин, веселый монах, просто только вот именно думаю, крепкое... Веселый, да? Не, крепкое пиво, я помню, что был студентом. Вот. Купил бутылку веселого монаха, выпил, и есть результат. Да. Выпил, результат есть, а удовольствия нет. Вообще не то пиво. То есть, вот, которое было в начале, первые года. Сейчас хоть мы с тобой сейчас и покажемся, как дурачки, которые говорят, что пиво раньше было лучше. Нет. Как будто бы нам уже 70-80, да? Но, тем не менее, как-то, ну... Но это реальный факт. Я понимаю, что бизнес удешевляется, производство оптимизируется. Ну вот, это плохо, конечно. В какой-то момент надо баланс поймать. Качество и наживо. И они все-таки переломили этот... депутат, ну, приняли же, пролоббировали закон, что несоложенки можно добавлять до 50%. То есть... обычного ячменя, там фуражного, там кукурузы. Ничего себе. То есть прям, раньше прям было... какое-то египетское пиво уже ходило, да. Знаешь? Раньше было там 15%. Ну я понял. Добавляли. В основном кукурузу добавляли. Да, сейчас 50 можно добавлять. То есть, а соотношение цен, если солод, грубо говоря, ну вот
10 гривен стоит килограмм солода, то килограмм фуражного ячменя стоит 50 копеек. Ну, понятно. Ну, сам выращивай, сам знает. Да. А что для этого надо? Для этого надо какие-то ферменты. То есть это кучу ферментов для спирта, для самоговарения. Это очень хорошая... Дигитализация. Уже дикция немножко подводит. Семь оборотов. Да. Это все не важно, потому что оно в перегонном кубе, оно выгоняется, и остаток весь остается, вот эта борда, или как она называется, она выливается. Только спирт получается, а в пиве оно же остается в пиве, все, ну, да, все вот эти ферменты. Вот это я противник вот этих ферментов в пиве, потому что вся вот эта дрянь остается. Нет, 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 пиво это не только зато для браги на. Для браги, да, чтобы по максимуму получить сбраживаемые сахара. Я сам обожаю ферменты кози, вообще, блин, люблю. Называется да. Счастье ленивого винокура, блин. Да, нет, оно сбраживает отлично, по максимуму достает все, вот, все сахара, и, которые перегоняются в спирт, и потом аккуратненько снимаются. Все. А в пиво, ну, то есть, насыпать кодзи, оно сбродит, да, но потом это, вот это, кодзи пить, ну, что там получится. Выключай, пошли перекурим. Немножечко попроще, да, такое народное, житний хлеб, а? Да, с ржаного солода, 35% ржаного солода. Сентябрь 18 года, да? Ничего себе. Сентябрь 18 года, сколько? Ты тоже держишь. Ну, полгода, да, пиво, грубо говоря. Даже чуть больше. Да. Просто вот стояло в холодильнике, настаивалось. А, ну понятно, цветочки, плотный вкус. Класс. Я, кстати, только рожь понимаю пока еще именно в дистилляте. Угу. А из ржи, из пива, ой, так на стаут похоже. Ну это да, вот кажется, да, стаут, у меня жена не может пить его, говорит, я не люблю ржонку. Я говорю, тут нету ржонки, это ферментированный солод, поэтому такой цвет. Нет, говорит, я психологически не могу. Говорит, я вижу черное, значит там жжёнка. Но тут вообще жжёного нету, ни вкуса, ни аромата. Вот ферментируется солод, получается вот такая вот, вот такой цвет. Вот как квас. Еще ферментов. Ферментируется, в смысле, он типа как? Ну запаривается. Запаривается. Да. Немножко, и оно там бактерии. Немножко, там, блин, подбраживает, грубо говоря, да? Да, бактерии там молочнокислые подбраживают, он чернеет и получается. Ну вот такой, есть такая, есть кислинка. Да. Ну по запаху сразу слышал. Он же солод сам по себе, он как сухарики, он кисло-сладкий такой. Сразу в аромате. Вот когда люди спрашивают в комментариях, как ты можешь почувствовать кислоту, блин? Вот почувствовал. Ну кислота пахнет. Ну да, да. Ну, не понимает этого, кто не знает. Ну вот практика, только практика. За кислоту. Есть фермент. А во вкусе не очень, кстати. Вот на аромат есть, а во вкусе... Больше такой жженой, прижженной карамели, плюс и... Непонятно, да? Жженая карамель. Я такого не пробовал, если честно. Оно цвет как у стаута, по плотности наполовину как стаут. Да. Ну вот, как сказал один подписчик, ну, такого пива не бывает. Но это пиво. Жжёный кофе. О, легкий такой. Ну легкое, как это скажем. Легкое это. Легкое. Оно это очень не легкое, да. Тыквенный эль, это можно пить и пить. Там 12%. Ты тоже вроде плотность, да? 12% начальная плотность, да. 4 с чем-то, да? Да, 4,5. Выбраживает.
Ну такая получается. Типа кваса. Да, есть квасное такое. Квасное, да. Вот. Жить не хлеб. Тоже легенькое, очень питкое. Оно очень хорошо пьется, легко, без. Пьется там хорошо, но много не выпьешь. Ну потому что все-таки. Черт, пиво вообще много не выпьешь, говорят. Чтобы сильно много. Ну оно такое. Такое как по мне. Некоторые выпивают. Ну я понял. Я люблю темное вообще там больше. Ну зимой оно больше идет. Ну что, IPA. Та-да-да-дан! IPA березка. Рассказывай. Да. Это на березовом соке. Сделано IPA в американском стиле. Горечь тут как бы нормальная. Ты это сразу вижу. Да. Хмель пошел. Сразу. Аромат, да. Да, открываешь пробку и сразу хмель. Ну вот как раз дегустация. Еще медком немножко дают каким-то. Медовыми нотками. Ну, то есть это твой оригинальный сорт на березовом соке. Да. Такого больше в мире нет. Нет. Никто не делал. 5 литров. 5 литров. 5 литров IPA на березовом соке. $1000 литр сразу. Да. Если не 2, да, то 3 точно. Но сейчас посмотрим, что это из себя представляет. Аромат просто же. Сам еще не пробовал. Аромат вообще. Ну так сразу видишь, натуральное пиво. Плотный, хороший осадок. Стоит оно уже. Оно недолго стоит. И молоденькое, да? Да, молоденькое. Ему еще месяца нету. 3 недели. Ну это как раз хорошо. Как уже раз можно пробовать. Для хмеленок это самое важное, да. Потому что хмель со временем пропадает. Пропадает. Ну, плотный насыщенный аромат хмеля, плюс также очень хорошо такой вот именно медовые травы. Угу. Медонос такой хороший. Как акацией пахнет медовой. Вообще да. Такое. Тут надо, да, остановиться, да, и разбирать вот по полочкам весь аромат. Чем пахнет травы, акация, там, манго какой-то там, ананас. Манго, акация, да. Куча такая рисуется сразу, да, куча тропических это самое, фруктов. Самое ароматное пиво, которое мы с ней пробовали. Самое ароматное. Да. Тут, ну, это самое насыщенное плотное. Чистый IPA. Вот ты сказал манго, и сразу я понял, что манго. Да. Ах, класс. И на вкус тоже манго. И на вкус манго. Но горечь уже чувствуется. Чувствуется. Да. Да. И паха, честная и паха. Да. Это оно. Очень хорошо дополняет так кислинка, горчинка. Но горчинка такая не доминирующая, да? Она как-то. Она просто подчеркивает. Подчеркивает, она дает понять, да. Что это есть горечь и все, то есть не нужно там, ну я, конечно, были такие эксперименты, что мига горечь, но тут можно пить, а не смаковать. Да. Хорошо. Ну такой аромат насыщенный, плотный. Аромат мощный. Березовый сок, капец. Да. Не знаю, что это самое ароматное пиво, что я вот это пил вообще. Мощно. Мне тоже понравилось. Вот мне очень напомнило именно вот, когда акация цветет, а под акацией какие-то счастья дуванчики, и на все летает, и такой вот насыщенный, плотный аромат пыльцы и, как называется, да. Нектара. Да, мощный. Я делал ротафию. Ротафия – это крепкий алкогольный напиток, сладкий, с какими-то акацией брал. Угу. Цветы акации утром, куда они максимально уже, угу. До обеда. Накидал банку, спирт, фруктоза, угу. И он стоит, настаивается, ты пьешь, как будто бы там как раз, ну, 20-25, нифига, да. Там 50. О-хо-хо-хо. Из-за того, что много сахара, и насыщенный вкус именно цветов,
бокал допил, да? И нам бокал. Нет, это не бокал, там не бокал, там рюмочка. Бокал не взял. Я представляю, 50%. Ух. По цвету видно, даже когда наливают, сразу видно такая да. Сметанка поверхность. Это стаут. Давай тут сразу ваш. Парням оставлять? Не нужно, да? У них есть. Хорошо. Класс. Да. Стаут – это моя слабость. Ну вот сейчас попробуешь. Зараз я немножко больше налил. Ну ничего страшного. Ну сразу хмель. Как? И сразу хмель идет, какая-то плотность. Ну, а на фоне этой плотности, если не вид, то бы молочное, я бы сказал, что-то есть кофейное. Такое легкое латте с каким-то непонятной плотностью, плюс еще. Ну чувствуется, что плотное. Да, конечно, вот и плотность, я говорю плотность. Стаут, понятно, понятно, да. Да, ну вот это выдержанная рожь. Давай пробовать, я люблю стаут. Выдержанная рожь. Без лишних слов, да. Похоже на житник, но более плотнее. Ну, давай, Дим. Класс. Класс. Да. Делаешь шоколадный стаут, очень похоже, но при шоколадном стауте еще он более плотнее. Я даже специально, когда второй раз делаешь шоколадный стаут, останавливал брожение, выносил зимой на улицу, ну так, по-домашнему. Чтобы такая плотная сладость. Пусть там будет даже не 7, не 6 для стаута, пусть там будет 4, блин. Ну что пьешь, как сметанку, как будто. Что называется, сливочный вкус, да? Да, округлость была, полнота, класс. Блин, у тебя пиво классное, блин. Спасибо. Потому что ты не заплатил уже, блин. Ничего не платил. Только пивом. Только пивом, да. А тут какая крепость у него? Крепость тут семерочка. Достаточная. Семерочка, да. Ты же пусти, пусти. Вытяни. Чувствую уже плотно. Выпей, смотри, выпей. Кофейный вкус. Оно теплом. Выпей, выдохни, теплом ощущается, когда... А потом такой, сделай. Я потом уже на пидне-бине, кажется, понятно, что тут градус есть. Ну да, да. Так ты его не почувствуешь сразу. Вот я же говорю, что в нормальном пиве ты не должен ощущать вот этого спиртового запаха. Ну такая литрушка, она... кстати, я думаю, вообще присадит хорошо. Присадит, да. Я вот, то есть, когда начинал, то есть, смотрел там и видео разные, и в форумах разных смотрел, а потом понял, что, ну, когда много-много любителей, то есть, мнения могут разниться вообще от одного к другому. То есть, надо прийти к первоисточнику. То есть, я скачал книги первоисточников. Египтянам? Нет. Главачек, Кунце, Булгаков, ну не тот. Ну Кунце мне не зашел. Сильно академический, блин. Академический, его нельзя читать подряд. То есть его как энциклопедию. Да. У тебя возникла какая-то проблема там по затиранию, по брожению, то по выдержке. Ты открываешь нужную страничку и читаешь. Вот так его надо читать. Не, ну, у меня первая книга была Палмера, потом уже был Кунце. Ну да. Палмер просто сказал, чувак, дело не парься, а потом начал читать Кунце, понял, я нифига вообще не знаю. Да, такая же фигня была. То есть, вроде ничего сложного, да? Выдержал паузы, сбродил, все. А потом, когда начинаешь углубляться, блин,
ферменты, pH, температуры, да, там, вода, дезинфекция, ага, да, капец, да. Капец. Я ничего не знаю, да? Да, ну, раз уж влез уже в промышленные такие масштабы, ну, надо как бы плавать на уровне, а не как бы домашними такими дома без проблем, то есть сыпанул того, нормально, без расчетов, без ничего. Здесь как бы не прокатывать, здесь систематизировать надо полностью рецепт. Отдаются, скажем так, выдерживать вкусовую гамму при каждой варке одного и того же рецепта. Вот тут нюансы, есть нюансы, но зависит этот нюанс не только от меня. Зависит этот нюанс от поставщиков солода, например. Ну понятно. Потому что, например, воду я делаю там осмос. То есть независимо от входной воды, у меня получается стабильное качество воды, которую я использую. Но солод, который я покупаю, то есть, ну, где-то, например, вот делали венский солод. Немножко пережарили. Ну понятно. Дядя Вася пошел покурить. Да, где-то пошел покурить, и он пережарил солод. У меня получается на выходе темнее пиво. Соответственно, и вкус другой. Также получается, то есть и с хмелем. Каждый раз год хмель, там жара, холод, альфа падает, играет. Ее как-то пересчитываешь. Вот скажи, в том-то и прикол, что тут именно реально выходит уже творчество. То есть нужно уже не то, что думать о том, что получится не тот же вкус, а думать, главное, чтобы получилось просто вкусное пиво. Вкусное пиво. Да. Оно плюс-минус похоже. Ты можешь идентифицировать его как соответствующий сорт, но вкус может и ароматика немножко вот плавать туда-сюда. Вот то же самое я, сколько делал в прошлом пшеничку, блин, всегда на разное получалось. Да, да, да. А в домашних условиях вообще, то есть ты же не можешь следить. Так там-то мне нравится домашний пивоварень, что можно всегда получить раз. Хоть тот же самый рецепт, но всегда. Ну да, плюс-минус. Ты уже можешь понять там. При 17 градусах бродит пшеничка или там при 23. И уже разный вкус. Не, главное, чтобы все было чисто, если хочется. Чисто обязательно. Дезинфекция это основа. Да. Протирать эти спиртом. Да. Внешнее и внутреннее тоже. На этой хорошей ноте предлагаю. Да, завершить дегустацию. А мы, с вашего позволения, продолжим. Димы на настоечке. Да, там внизу под видео будет ссылочка, $5, но отдельное видео. Да, мы уже пойдем по крепким напиткам.